Ребят, всем привет! Вы на канале Все о телефонах, на канале, где происходят чудеса. С момента выхода Note 2 и Note 7 прошло 4 года. И установить прошивку от Note 7 на Note 2 это реально чудо просто. Ребята, куча эмоций, прошивка реально офигенная, работает очень шустро. Я видал много прошивок и могу сказать, что эта прошивка, блин, достойный соперник, почти любой. Не знаю, давайте, наверное, будем смотреть, а потом вы уже берите телефон в руки, даже не думайте и сразу же устанавливайте эту прошивку. Так, поехали. Я думаю, мало кто видел, как вообще интерфейс выглядит Note 7. Вот. Так что сейчас вы увидите. Друзья, вот такие вот иконки красивые, очень-очень красивые, мне они очень нравятся. Смотрите, тут все поменялось, журнал, контакты, все от своего старшего собрата. Итак, что тут показать, смс-ки, да, все от Note 7, друзья. Смотрите, root права уже встроены в прошивку, поэтому париться об этом вам не стоит. Здесь есть в прошивке дополнительные программы, которые идут вместе с прошивкой. Вы их, конечно, можете всегда удалить, если вам они не нужны. Допустим, Telegram, я им не пользуюсь, его можно спокойненько удалить. Смотрите, Agni Control. Это значит, что через эту программу можно убить телефон. Так что, если вы не знаете, лучше не суньтесь. Через эту программу просто можно, она просит root-доступ, не разрешаете, можно разогнать процессор, короче, все сделать по максимуму, влезть там во все места, куда лучше не стоит, и убить телефон, короче. Так что, если вы не понимаете, лучше туда не лезьте и ничего не трогайте. Есть, давайте где на настройки зайдем. Смотрите, настройки выглядят таким вот образом. Здесь есть раздел темы, где вы можете скачать себе кучу других, установить даже, если вам кому-то нужно, вот Galaxy A серии, вот темка. Вот. Об устройстве зайдем. Ребят, вы не поверите, но эта прошивка сделана на основе Android 4.4. Собственно, поэтому, наверное, она и работает быстрее. Итак, телефон думает, что это Galaxy Note 4, но от Note 4 здесь ничего нету. Версия Android 4.4 KitKat. Ну, как я уже сказал, работает быстрее. Почему на 4.4? Потому что, ну, телефон, как ни крути, все равно старый. И на последних андроидах, соответственно, и работать будет тяжело, и она не сможет просто быстро работать, потому что эти андроиды требуют больше оперативной памяти. Допустим, сейчас последние модели на Android 7, они все идут от 4 оперативы и выше. То есть с 2, конечно же, будет уже тормозить и так далее. Соответственно, сделано все как в Note 7, но на 4.4. Это очень круто, друзья. Так, что тут еще вам показать? Звук и панель уведомлений, диспетчер приложений. Так, смотрите, здесь можно очистить. Так, что тут? Безопасность устройств, это типа антивируса. Очистить память, там, сэкономить батарею, ну, всякие такие настройки. Так, движение и жесты есть. То есть, пока вы смотрите на экран, экран не отключается, ну и так далее. Снимок ладонью. Параметры разработчика. Здесь можно отключить, включить USB откладку. Ну и больше здесь, в принципе, делать нечего. Так, автостарт. Это значит, что приложение, которое автоматически запускается при включении телефона. Вы можете зайти и здесь убрать все вот галочки с тех приложений, которые вам не нужны. NFS и общий доступ. Так что, ну, короче, ребят, каждый разберется тут уже сам. Я думаю, что никаких вопросов не возникнет. Такая вот офигенная прошивка. Сейчас я хочу вам рассказать, как ее установить. Обычно при установке прошивок от Cyanogen, ну вообще кастомные, которые сделаны не на основе официальных, там нужно устанавливать отдельно гугловские приложения. Здесь ничего не нужно устанавливать, здесь все уже в самой прошивке. И весь пакет Голос приложений и тому подобное. Вам нужно будет просто установить прошивку. Для этого, если у вас сейчас на телефоне официальная прошивка, вы берете и отключаете телефон, спускаетесь в описании под видео, скачиваете саму прошивку. Кстати, друзья, в описании я выложу также ссылку на прошивку от Galaxy S7 для нашего Note 2. От Note 7 весит больше. Но от S7 там на мегабайтов 300 меньше. Но это не значит, что она там похуже. Нет. Можете и ту установить, посмотреть, и эту установить, посмотреть и определиться для себя, какая вам больше нравится, какую вы хотите оставить. Вот. Без разницы, какую-то, хоть от Note 7, хоть от S7, скачиваете и скидываете ее на microSD карточку. MicroSD карточку вставляете в сам телефон. Мы выключаем телефон. Выключаем для того, чтобы установить кастомное recovery. Поскольку у вас, если официальная прошивка, то у вас recovery стандартная. Через стандартное ее не установить. Поэтому мы сейчас выключаем и заходим в режим прошивки. Как мы заходим в режим прошивки? Мы зажимаем кнопку включения-выключения, кнопку уменьшения громкости и кнопку домой. Зажимаем все эти три кнопки и держим до появления предупреждения. Вот оно. Здесь мы нажимаем кнопку увеличить громкость. Все, друзья, мы в режиме прошивки. Теперь нам нужно будет подключить телефон к компьютеру. На компьютер скачать программу Odin и кастомный recovery. Вот мы скачали программу Odin и кастомный recovery. Теперь нам нужно запустить Odin. Здесь убрать галочку с пункта авторебут. Нажимаем Up и выбираем наше recovery. Нажимаем открыть. Далее подключаем телефон к компьютеру. И здесь в программе Odin появится синий значок. Это будет подтверждать то, что наш телефон правильно подключен к компьютеру, и компьютер видит наш телефон. Все драйвера установлены. И далее нажимаем кнопочку «Старт». После этого в программе Odin и в самом телефоне пробежит строчка быстренько. Затем мы отключаем телефон от компьютера, и компьютер нам уже больше не нужен будет. Затем переходим к телефону. Я recovery сейчас ставить не стал, потому что у меня уже все установлено. Вот. Но после того, как вы установите, у вас будет вот точно в таком же режиме, только здесь будет уже строчка такая. И на этом зависнет телефон. Что вам нужно будет сделать? Зажать кнопку включения-выключения и кнопку уменьшения громкости. После того, как потухнет экран, вы зажимаете кнопку включения-выключения, кнопку домой и кнопку увеличения громкости. И попадаем в кастомный recovery. Итак, давайте попробуем. Все, отпускаем и держим эти три кнопки. И снова опускаем. Ждем, пока зайдет recovery. Если у вас не получилось, телефон перезагрузился, ничего страшного, выключайте телефон и пытайтесь снова зажать эти три кнопки, чтобы зайти в recovery. Итак, если кто на английском не понимает, может выбрать язык русский. Также можно отключить вибрацию, если кого-то она раздражает, как и меня. Итак, далее, что вам нужно будет сделать? Зайти в очистка. Ребят, если у вас прошивка на microSD карточке, то заходим в формат дата и спокойно вводим сюда английскими буквами слово yes, то есть да, и нажимаем на птичку, все форматируем. Если у вас microSD карточки нет и ваша прошивка в памяти телефона, то тогда форматирование даты я вам не советую делать, иначе прошивка может стереться. Ждем. После форматирования нам нужно будет сделать очистку. Очистку других систем. Так, назад. Назад. Вот, выборочная очистка, заходим. Опять же, если у вас прошивка в памяти телефона, то вы ставите 4 галочки и память телефона не трогаете. И microSD с USB тоже. Если у вас, как у меня, прошивка находится на microSD карточке, то вы можете спокойненько стереть всю память телефона. Конечно, это рекомендуется, потому что в памяти телефона не останется никакого лишнего мусора. И это очень хорошо. Итак, я очищаю вместе с вами. После очистки мы будем устанавливать прошивку. Итак, все. Все у нас очистилось. Теперь, если даже, смотрите, если мы захотим перезагрузиться в систему, то телефон нам выдаст то, что... Смотрите, короче. Система не установлена. Вы уверены, что хотите перезагрузиться? То есть, сейчас в прошивке вообще нету никакой системы. Телефон не включится просто, одним словом. То есть, мы очистили вообще все с телефона. И это очень хорошо. Потому что мы устанавливаем на чистый телефон чистую прошивку. Итак, смотрите, прошивка у меня находится не на маленькой, а вот на такой флешке. Что мы делаем? Вы можете сделать точно так же. Вставляем переходничок, вставляем наш телефон. Итак, теперь нажимаем выбор накопителя, нажимаем на USB OTG, хоть и там и 0, и мы видим, что Recovery видит наш OTG кабель. Итак, здесь мы, вот наша прошивка, мы нажимаем на нее и просто делаем свайп. И ждем, пока она установится. Устанавливается она не так уж и быстро, поэтому я это пропущу, и после установки мы продолжим. Прошивочка наша установилась. Здесь очень важный момент, друзья. Так, теперь можно уже отсоединить. Здесь очень важный момент. Нужно обязательно сделать очистку. Нажимаем на очистку. Делаем свайп. Все, очистка готова. Теперь перезагружаемся в систему. Включается тоже как Note 7, то есть белый дисплей, черными надписями Samsung. Все очень красиво. В принципе, сейчас вы сами все увидите. Вот оно. Ну, вот так вот будет висеть пару минут, поэтому я это тоже пропущу. Как только запустится, мы продолжим. Так, телефон завибрировал, значит, что уже вот-вот запустится. Ага, установка программ. Запуск такой немножечко необычный будет, так что не бойтесь ничего. Итак, вот так вот запускается. Здесь мы выбираем язык, который нам нужен. Русский. Далее нажимаем старт. Wi-Fi мы пропускаем. Google аккаунт и Samsung мы пропускаем. Все это мы настроим в дальнейшем. Пропускаем. Это пропускаем. Выбираем экран TouchWiz всегда. Упрощенный вариант это ерунда, но если кому-то надо, в настройках всегда можно настроить. Так, все, в принципе, наш телефон загрузился. Мобильный интернет отключаем, не показывать. Навигацию отключаем, автояркость. Вот, ребят, наша прошивочка. Здесь можно добавить виджет. Для тех, кто подумает, блин, куда он пропал. Так, вот. Можно добавить и настроить. Ну вот, собственно, и все, друзья. Так, сперва даем телефону просто загрузиться. Что он чуть-чуть иногда глючит, то что телефон только загрузился, еще в себя не пришел. Все, собственно. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь, если вам понравилась прошивка. Также в описании под видео будет ссылка на видео, где я устанавливаю прошивку от... Точнее, не от, а Android 7.1 на Note 2 и Android 6. Тоже на Note 2. Если кому будет интересно, переходите, смотрите. Может, вам понравится другая прошивка. Ведь на цвет и вкус товарищей нет. Вот. Ну все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.